Бесконечно долго в этом году длится зима. Кто виноват? Ну, виновата, конечно, медуза Горгона, повелительница холодов, бурь и ураганов. Своими шевелящимися змеями волосами и каменным взглядом превратила все вокруг во льды, сковала море, взглянув на него льдами, сковала его надолго. Все вокруг покрылось снегом, холод длится долго-долго. Жесткая, дерзкая стихия не дала в этом году рыбакам порыбалить даже на льду, держа их в напряжении. Известно по легенде, взглянув в глаза медузы, все превращается в камень. Но море любит смелых, море любит сильных, и потихоньку-потихоньку все возвращается на свои места. Оживают львы, просыпается море, освобождается ото льдов. Море становится ласковым, с первыми лучами солнца волна меняет свой тембр, меняет свой звук, становится нежной, перекатистой, зовущей. Вот не хватает только зонтиков, шезлонгов и отдыхающих на берегу. Уже все манит к себе, уже манит, уже не верится, что здесь были льды, морозы, сильнейшие ветра, ураганные ветра. Море превращается в настоящий курорт. Известно по легенде, что когда Персей убил Горгону, кровь с правой части ее тела попала на наши благословенные места, превратив их в замечательный, чудесный курорт. Курорт создан для отдыха, для оздоровления. Вот такая сказочная легенда. Все-таки медуза не очень такая девица злая. С нее и много пользы. Наш край, наше море получило, потому что именно правая часть медузы, кровь правой части медузы, оросив нашу благословенную землю, берег наш, вот превратилась в такой вот рай. Ну, все-таки медуза не отступает, зимой дает такие чудеса, дает такие вот непредсказуемые и неожидаемые никем ситуации. Казалось бы, уже давно не было у нас таких зим, таких жестких, затяжных зим, а вот медуза все-таки показала свой характер, показала свои возможности. Поэтому будем встречать сезон радостно и весело. Встречаем сезон. Очень рады гостям, которые приедут, показывая такие картинки положительные, понимая, что на канал заглядывает уже кто-то постоянно. Хочется передать такую искорку тепла, положительную эмоцию, чтобы гость улыбнулся, может быть, с иронией, посмотрев такие незатейливые сюжетики о море, о быте и других обстоятельствах, связанных с морем. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы море никогда вас не разочаровывало. Всего вам очень хорошего и положительного. До свидания, канал Автотакт.